Саша, лови мячик. А я даю. Девочки, можно поаккуратнее, пожалуйста? Ой, извини, папа, я нечаянно. Милаша, давай отойдем дальше, чтобы не мешать папе. Я буду им объяснять. Ну давай, попробуй забить мне гол. Ну что, Милаша, иди за мячиком. Иди. Там что, детская площадка? Ага. Она какая-то заброшенная и находится возле леса. Я туда не пойду. Пойдешь. А вдруг там вол прячется и смотрит за нами? Тихо, я ее сама. И ничего я не боюсь, просто боюсь кроссовки в песок вымазать. Асика, иди сюда, там лопатка. Какая еще лопатка? Там точно нет никого? Асика, дай мне тебя. Я что, маленькая, что ли? Не так маленькая. Странное какое-то все же место. Туда я не знаю. Иди сюда, я дальше. Ну что еще там? Ты, наверное, в камень уперлась лопаткой. Копай в другом месте. Нет, там кто-то есть. Ого, дай-ка лопатку, я посмотрю. Вау, что же там такое спрятано? Так. О, вау. Это же всего лишь игрушечная машинка и детские часы. Девочки, что вы тут делаете? Папа, мигадочки. Так это всего лишь игрушечная машинка и часы. Их, скорее всего, кто-то закопал из детей в песочнице. Надо положить обратно и закопать туда же. Ну все, закопали. Ребенок, наверное, потом придет. Эх, ялка, а я делать-то? Мам, ну все, закопали обратно. Тогда, девчонки, пойдем домой.